Здрасте, можно, с вами Скерс. Ну чё, безеркичи, дождались? Вот и новая глава подоспела. Как обычно, с меня пересказ, с вас подписка, Лукойл и коммент. А то, судя по статистике, вы забываете это сделать. Ну а теперь погнали! Гатс не понимает, что происходит. Астральные потоки уносят его прочь. Неожиданно он что-то почувствовал. Обернувшись, он видит силуэт. Спустя мгновение перед ним возникла Ширки. Все ее усилия были не напрасны. Как старые добрые, девчонка хватает его за руку и пытается вытащить. Наконец, Гатс начинает приходить в себя. Что это было? Кажется, скоро мечник наконец воспрянет духом. Ну а пока придется почилить в тюрячке. Туда его упрятал Силат. И Рикерт крайне недоволен этим решением. Однако молодой господин считает, что черный мечник крайне опасен. Он не понаслышке знаком с ним. И знает, на что способен этот человек. Оставлять его вооруженным было бы беспечно. Пока ему лучше посидеть в тюрьме. И не только для их безопасности, но и для него самого. В разговор вмешивается Дайба. Он просит их пойти с ним. Старец приводит компашку к Ширке. Солнце уже давно взошло, но она не просыпается. Хиби взволнована. Что же им делать? Ширке проскользнула в самые глубокие слои астрального мира. Она никогда не делала этого так. Дуреха. Рикерт удивлен. Даже эта девчонка так рисковала ради Гатса. Дайба, к слову, тоже впечатлен. Ширки слишком хороша для своих лет. Но его заботит боевой потенциал остальных магов. Сможет ли он командовать ими? Меж тем с Силатом собирается поговорить Родрик. Но молодой господин перехватил инициативу. Хоть они и обошлись с ними грубо, но им не желают зла. Напротив, им есть кое-что обсудить. Силат понимает, что им пришлось пройти через многое. И знает, что такое потерять дом и скитаться без цели. Глядя на Ширки, он осознает, она единственная, способна обуздать зверя. В разговор вклинивается Дайба. Когда он был генералом Ганишки, ему довелось сражаться с черным мечником. Их силы были примерно равны. А для того, кто владел полчищами Дака и Пишич, это было сюрпризом. Старик хотел бы, чтобы это считалось ничьей. Несмотря на то, что сейчас они не враги, Исидора все еще не доверяет ему. Рикерт поверить не может. Дайба сражался с Гатсом? Старик же обращается к Силату. Он шарит за темное искусство, и все эти люди представляют огромный интерес для него. Может ли он взять их под свое крыло? Силату это не шибко нравится, но запрещать он не стал. Пусть делает, что хочет. Маги острова в недоумении. Что это значит для них? Силат уходит, но за ним бежит Родрик. Добившись внимания молодого господина, он выражает признательность за то, что они подобрали их и дали убежище. Но что это сейчас было? Он передал их этому старику? Силат удивлен. Родрик все еще не понял. И они попали в шторм. И их занесло в Кушанские воды. На этом их путешествие закончилось. Теперь они будут служить в Кушанской армии. Дайба вновь вклинивается в разговор. Молодой господин и впрямь имеет право выпендриваться. Но сейчас ситуация обстоит так, что очень скоро им предстоит сражаться с демонами. Им несказанно повезло, что эти люди попали к ним. Так, может быть, стоит рассказать, как обстоят дела? Немного подумав, Силат соглашается, а затем просит, чтобы они шли с ним. Кстати, судя по всему, Пака стали видеть. Впрочем, Исидора не желает с ним разговаривать. Их нагоняет Рикерт, который узнал эльфа. В последний раз они виделись у пещеры года. Вот только, судя по всему, Пак не помнит его. Так или иначе, где сейчас Каска? Почему ее нет с ними? Разве она не поселилась на эльфийском острове с ним и с Гатсом? Впрочем, Рикерт решает не донимать их вопросами. Он смекнул, что в этом замешан Гриффит. Но зачем ему все это? Возвращаемся к Силату. Он вводит всех в курс дела. В данный момент Кушанская армия накапливает силы и собирается воевать. Родрик озадачен. Война? Силат надеется, что они понимают, о ком идет речь. Ястреб Света и Фальконе. Гриффит чрезвычайно силен. Его могущество столь велико, что он может менять основу мироздания. Под знаменами Белого Ястреба собрались демоны, орудующие за стенами столицы, расширяя владения и границы государства. И у них есть сведения, что часть армии Ястреба подбирается к западным границам Кушанской империи. Они совсем рядом. И они понимают, о чем идет речь. Ястреб боится того, что за пределами его демонической сущности. Вот почему остров эльфов был уничтожен. И они следующие. Нельзя терять времени. Им нужно напасть на Ястреба Света.
Вот такой вышла глава. Мне она зашла. Очень надеюсь, что ребята не уйдут на очередной перерыв. Впрочем, вроде как продолжение будет 24 мая. Правда, пока непонятно, стоит ли верить этой инфе. Если что, подписывайтесь на мой ТГ. Там будет актуальная инфа о главах и обо всем, что связано с Берсычем. Вконтакте, кстати, музло из выпуска есть, так что тоже можете заглянуть. Теперь же давайте о самой главе. Во-первых, план Ширки сработал. Ей таки удалось пробудить Гатса. Правда, теперь она в отключке, но я думаю, это ненадолго. Подобное с Мечником уже происходило, и каждый раз его вытаскивали. То лунный мальчик, то Ширки. В этот же раз он попал в эти глубочайшие слои астрала из-за отчаяния. Но где конечная цель? Идея зла? Или зверь тьмы? А может что-то еще? Я пока не рискну делать предположения. Но что-то мне подсказывает, что скоро мы узнаем побольше о звере тьмы. Ведь именно после разговора с ним Гатс угодил в этот поток. Интересно, что Мечник вновь оказался в тюрячке. Надеюсь, Даймон не будет ставить над ним опыты, а то это уж больно будет походить на заточение Гриффита. А мы-то уж знаем, что будет дальше. Бихелит к тому же у него есть. И вот этим старикан наверняка заинтересуется, ведь он не понаслышке знает, что это такое. Кстати, о Дайбе. Можно сказать, Силат вручил в его руки магов. Какова вероятность, что бывший генерал Ганишки будет столь же предан Силату? Или, что еще важнее, какова вероятность, что этот старик, который запилил демонический инкубатор и рукотворный бихелит, не станет использовать этих бедолаг какой-то чернухи, чтобы создать армию демонов, допустим. Все-таки беженцы в самой уязвимой позиции. Вы ведь помните, что маги острова не особо-то и сильны. По сути, самая сильная из них сейчас в отключке. А чел, что отвечает за физуху в тюрячке и без брони. Так что если вдруг Силату захочется заиметь армию демонов, это можно устроить. Да, вроде как без жесткого правителя колдун подобрее стал, но Кушана не особо жалует чужеземцев. Так что будет интересно посмотреть, что из этого выйдет. Будет ли попытка возродить фабрику монстров? Или новых магов научат реальной, например, темной магии? Кстати, эльфов походу снова видно, и тут я не особо понял, это из-за ритуала Ширки, или их все время было видно, просто на них никто внимания не обращал. Или же на корабле люди были в отчаянии и просто не могли увидеть сказочных существ. А сейчас, в спокойной обстановке, некоторые из них наконец смогли разглядеть мелких. Если кто шарит, поясните в комментариях. Вот конкретно этот моментик я не особо выкупил. Ну и последнее. Силату мое почтение. Мне всегда нравился этот персонаж. И я бесконечно рад, что он вернулся в историю. И сейчас, судя по всему, будет пытаться противостоять Ястребу. Лично я ожидал, что Гриффит нападет первым. Начнется суматоха и кромешный пиздец. Но эта глава перевернула все мои ожидания. И я в восторге. Последние слова Силата о том, что они нападут на Ястреба. В этот момент у меня прям в голове сразу заиграл Форсес. В общем, я прям жду продолжения. Очень интересно будет посмотреть, как Силат воспользовался талантом Рикерта. Наверняка же он придумал что-то новенькое. Будет ли танк, например, или что-то вроде того. Ну а чё, базука у них уже была. Рисовка, кстати, как по мне, стала лучше. Или мне показалось. Чё вы думаете об этом? Ну и рассказывайте, а какие у вас впечатления? Понравилась глава и что ждете от продолжения? Кстати, пользуясь случаем, если вдруг пропустили, там от Арчи вышла пилотная серия Черного Мечника. Вышла очень годно. Для тех, кто считает, что это кривая подделка, вот, пожалуйста, еще работа Арчи. Так что парень могет. Если вы действительно хотите ему помочь, напишите в комментариях, что нужно исправить. А лучше зайдите к нему в Дискорд и отпишите свою конструктивную критику. Можете даже на русском. Я думаю, он вас поймет. Каждый из нас может сделать свой вклад в развитие этой истории. Сколько можно ждать нормальной адаптации от студий? Сколько можно надеяться на какую-нибудь маппу, которая, скорее всего, обосрется? Или на кого-то другого? Человек доказал, сделать фанатский сериал возможно. Да, пускай он был не без огрехов, но тем не менее, это возможно. Я уверен, его можно сделать еще лучше, если мы все объединимся и поможем. И пусть вклад будет и минимальным, но это лучше, чем сидеть и ждать. И да, лайк, коммент, подписка – это тоже своего рода помощь. Ведь таким образом вы толкаете серию вперед. Не стоит недооценивать даже минимальную поддержку. Ссылки на Арчи, его Дискорд, Патреон, Инсту, вообще все будет в описании. Если вы решите поддержать его, то, пожалуйста, заходите в описании, переходите по ссылкам. И немного о другой адаптации, от Слэйера.
Она задерживается, потому что я заставляю его рисовать всякое. Так что потерянные дети до сих пор не вышли из-за меня. Можете все свои претензии писать мне. Спасибо огромное Тазику, Крамеру, Сергею Сушко, Александру, Unstable Playerу, Артуру Просто, Максиму 426, Дизу, Кэпу, Якубу за максимальную поддержку канала. А также вот этим прекрасным молодым человеком. Благодаря вам огонь моего канала все еще не потух. Спасибо. С вами был Скерс. Радостно, что нам, Берсеркичам, в этом месяце устроили настоящий праздник. Надеюсь, это продолжится хотя бы частично и в мае. Спасибо за просмотр. До скорой встречи.